В Центральной библиотеке отметили День белых журавлей. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах. К акции памяти присоединились школьники и особенные дети. На мероприятии побывал наш мобильный репортер. Праздник проходил в формате литературного вечера. Ребята из клуба «Дорога в жизнь» подготовили музыкальную программу. Только грозная доблесть поселилась в сердцах. Этот вечный огонь нам написан в могиле, в груди, в край. Роберт состоит в клубе «Дорога в жизнь». Он поет, играет на гитаре и пианино и сам подбирает ноты. Для юноши День белых журавлей как возможность поделиться тем, что лежит у него на сердце. Они делают свое дело, но они белые, они светлые, они несут в сердце доброту, и они несут свет в этот мир. И я верю, что в каждом из нас есть вот этот свет, мы можем его нести. Для социализации очень важно этих людей, потому что, ну, не секрет, они находятся за бортом этой жизни. Они выросли, они талантливые, у них даже у многих есть профессия, но они не могут себя реализовать. Поэтому вот такой праздник, вот такое выступление им говорит о том, что они нужны обществу. Стихотворение поэта Расула Гамзатова «Журавли» является символом литературного праздника. Слова известного произведения почти сразу легли на музыку. В своем танцевальном номере школьники из Видновского лицея попытались передать смысл этих строк. Из-под небес по птичьи облекая, всех вас кому оставим на земле. После завершения концерта зрители и участники почтили минутой молчания погибших воинов. Литературный праздник «Светлой скорби» напомнил взрослым об их ушедших предках. Для детей белые журавли стали настоящим уроком памяти.